Это мы сейчас девочка с мамой. И кольца. Там искали просто. Стоит она башку. А куда тут нажимать? Не нажимать, просто держать в кадре. Это просто кайф. Лапой. Держи. Насладился. Ну, погоди, стой. Чуть-чуть вправо, пару шагов, а то есть мусорка. Ага. Пойдешь гулять в сторону детей? Здесь дети везде. Куда предлагаешь? На газон? Мы ждем этого. Кота? Который кошак или который? Который мы вчера гуляли. А, волкорысь? Да. Так, где же он? Ух, упала мушка. Мне тут прикольно тебя. Ай. Так, ну пока, наверное, не надо, я сейчас пока с плюшками погуляю, так поснимаю их. Вечером. Так, есть идея прогуляться, но где? Не помню, как меня зовут. Ну, пойдем так по периметру. Там детей много. Там все там. Кайф. Просто кайф. Ой, плюшку уронили. Ёперный театр. Что ж вы так не бережете? Являются леди, потому что обзор у плюшки маленький. Да. А ящик прямо не видит. Еще и прямо не видит. А так что рысь, ты зря маячишь. Вот так вот у меня. Ага. А вот тут? Вот тут не видно. Всех убивает. Поймет вот. А у вас такой костюм красивый откуда? По рождению? Паралона, да? О, какая хорошенькая. Ой. Простите, я не видела. Да. Все костюмы, которые приехали, да? Нет, есть еще. Кто-то еще есть. Кто-то еще есть? Они плюшу в хвостами. Нет, мы сейчас были там. Ну, там была пара. Фурпайлик небольшой. Так, замлите пока, пару фоток сделаю. Плюшка, ты... Лин, ты глаз закрыла. О. Так.
Можно весело отлично. Быть? Отлично. Давай, давай, еще. А можешь станцевать в меру? Что-нибудь более такой экшен такой, знаешь, относительно плавный. Одну ногу поворачиваешь и все тело потом. Типа... О, ноги не снял. Давай еще раз. О, вообще отлично. Плюшки уходят, пойдем. Да? Так, проходишь, проходишь, проходишь. Теперь плюшка. Ага. Вот так замрите пока. Я сфотаю. Ее? Или меня? Ее. Так. О-о-о-о. Бедная игрушка. Испачкалась уже. Так, чесалка, чесалка. Тебя, да? Вот это продумано. Все. Чесалочка, чесал. А косточка чья? Волк, где мы? Не, у меня не получается. Черно-синий.
Да не боюсь я. Рысяку надо причесать. Тут самое главное, можешь уши расчесать, только аккуратно. Ветер, это хорошо, прохлада. Саш, ты не замерзла? Там где-то шерсть. Нет. Можно замерзнуть? Холодно, что ли, на улице? Ну, ветерок прохладный, это если без плюшки. Сделай ведь ветер. Пойдем в сторону сплетной комнаты. Ну, кстати, да. Пойдем? Нагулялись? Или еще будем? Заодно. Ну, кстати, вот здесь тенечек. Давай из-за кустов выглянешь. Вот, смотри. Сможешь? Вообще они у них почти убиты. Нет, сейчас спрячься. Включается, седьмая не включается. А, теперь выглядывай, медленно выглядывай. Еще. Или полностью выгляни и помаши. Отлично. Да. Ну это не зимой, конечно. Зимой-то нам нормально. Зависит от сюда, на самом деле. Зимой бывает тоже душно. Причем очень. Так. Это врожденная способность. Так. Леп. Ой. Не это самое. Еще раз. Попегасили. Быч. О, воду принесли. Но лишь не ледяная, потому что холодная. Есть комната температуры. Лучше я рекомендую комнаты температуры, потому что если на распаленное тело попить холодной воды, горло копец приходит. Будешь чихать, сопливить. Сейчас я в твоем глазу соринку увидел. В прямом смысле соринка. Jesus Christ. Ой, плюшка. Теперь лапки больше не отговорка. Ага. В них метко падать?
Но... Везде, у меня же не везде поролон. Плюшка с шестом. Так, пора подтвердить. Оу, е. А можешь шест опять обнять? Я попробую это сделать. Ой, плюшку не, оттряхивать надо сейчас будет. Что за слова? Я слышу из вашего рта. Оттряхивать? Да, конечно, ты сказал букву Я. Оттряхивать? Да. Вся в листьях. Вроде после такого так невозможно. Ну, попробуй. А мы на прошлой фольке зимой, там один лис у нас очень игривый, взял, короче, в снегу извалялся. Они норку себе, два лиса, вырыли. И давай в ней лазить в нее. И в итоге снег слегка подтаял, пошел холодный ветер леденящий. Подтаявший снег замерз на шерсти. Мы его пытаемся отряхнуть, не получается, на все во льду. Просто людей сажали на столбы и уходили. А где у меня этот? Йога. Что за собаки? Ролл. Собака Морлович? Роланд. Вот такой. Ну, поднимай лапы. Ага, ты раздавишься. Не раздавлюсь. Не надо, кстати, рисковать. Ты недооцениваешь, слишком переоцениваешь способности позвоночника выдерживать силу поперек. А? Так, у нас... Нифига времени дает. Смотри, смотри, как красивая. Смотри, какая собака. Это прям хаски. Нет? Корги. Вот бейджики, они так и норовят не той стороной повернуться все время. Давай, не бойся, идем гладим вместе. Пойдем. Скажи привет. Носик потрогай, смотри какой. Потрогай. Ой, молодец. А ушко, Рома, ушко погладь, ушко. Ой, молодец. Я язычок. Ой, пищит. Фоткайте, пока есть возможность. Да, вот. Ага, фоткай тоже. Все, молодец. Погладим, да, молодец. Часов 27 минут. Ой. Пойдем дальше.
Ну что, Алин, пойдем? Все, пока-пока, Ром, говори пока. Пока. Так, ребенка забирайте. У собачки обзор очень не очень хороший. Так. Так, чесалка где, куда ее идем? Вот она, чесалка здесь. Так, а шоу когда будет открыто? Продается плюшка. Меховая игрушка. Давай я сейчас уточню. Так, кто главный по свитерной? Чарлик, у нас там плюшка умирает от жары. Можем вентилятор хотя бы включить? В коридор хотя бы направить? Сейчас, приток вентилятор. Ну, одна плюшка, один вентилятор в розетку прямо сейчас добавить. Все, плюшка. Линушка, там, короче, вентилятор мы включили. Пойдем. До скольки сливка примерно будет готова? После обеда будет точно. Можно обратно? Куда обратно? С вентилятором. Тут солнце. Тут солнце, да, палящее, беспощадное. Мы же не пойдем через детей? Вот, кстати, да. А там нет, кстати, никого. Я слышу детей. Это прям сюжет для рисунка. Плюшка выходит на прогулку. Я слышу детей. Эх, жаль, сейчас не зима. Вот я бы в эту плюшку грелся бы сейчас. Она прям источает жар. Стой, там столб впереди. Так, плюшка, там машина. Стой. А, пропустим. Вы тоже видите кота? Это торт. О, как громко. Бедные мои ухи. Вон торт. Тортяра! Кстати, сейчас обед. А? Тут сейчас колонку брали, тут много достаточно. Фуры были и ДЗ. А куда они ушли? Ну, ушли по территории, другие номера. Тут сейчас тусовочка была небольшая. Мы опоздали. Мы по их душу пришли. Так, кстати, а обед до скольки? Ну, только начался, успеем еще. Ой, я на фоне цветов сейчас сфотаю. По-моему, вообще шикарно получилось. На, держи, на мою сделай. Давай. А на улице сейчас теплеть будет. Я раздену сразу. А там внутри, там говорят, баня. Ты не попустить момент, я разделаю сразу. Да, ты это, ходи тогда с камерой там, это надо чистить. Да, прикольно получилось вообще. Мило так. Кайфота. Кто жрать пойдет, господа? Похоже, жрать мы позже пойдем. Терри, ну,
Давай сфотаем. Такой довольный, счастливый получился. Такая фотка топовая. Ты плюшка тянет плюшку, а сзади чувак с косточкой стоит. Аналогичная ситуация. Там наоборот еще хуже. Там дети. Оно спряталось. Вот это надо сфотать. Нашим даже плюшкам никому вообще не помню. Косточку уронили. Кстати, запятая, где основная тусовка, вопросительный знак. А то мы тут одни остались, я смотрю. Да, попробуй. Дрессируем жолика. Покрести его косточкой. Плюшка пошлит. Не надо так, тут дети где-то, наверное. Надеюсь, их нет. Да, мы туда идем уже. Обнимайся, пока есть время, пока есть возможность, пока есть шанс, пока судьба смилостилась над тобой. Слушай, тебе когда этот твою тучку отдать? Ну, это присточек. А если на обед хватит, берешь? Я уже покушал просто. Там уже после дилер ден открыли, и скоро уже будет этот, как его, водный игрок. Лесенка. Лесенка, чудесенка. Отлично. Так, теперь дверь. Так, налево или направо тебе? Направо, есть направо. Направо. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Нет, он не тебе. Так, здесь по ступенькам пойдешь или по этим? По скату? Нет. Нет, по скату? Пройдем, никого не... Пройди первый. Давай. Вы ничего не видели, вы ничего не видели? Нет, собачка-невидимка. Как раз таки все видели. Молодцы. Куда? Лин, аккуратно, тележка. Так. Какой номер, напомни? Крайний. Это 21. Это 21-22. Что там у вас? Урор. Вы что, пофорсители чуть-чуть? Нормально, пофорсители немножко. У нас тут немножко чил. Чилинг. Предобеденное.